Напомним, что выборы депутатов Госдумы 7-го созыва проходят по смешанной системе, по партийным спискам и по одномандатным округам. Отметим, что только в московском регионе открылось более 7 тысяч избирательных участков. К слову, якутяне, которые живут в столице страны, тоже активно голосуют. Наше землячество состоит из 400 человек, они живут во всех округах города Москвы. И я надеюсь, что участие будет активное.